Здравствуйте, меня зовут Ирина. А вы знаете, что даже у овечки есть свой праздник? И называется этот праздник «Романовская овца. Золотое руно России». Сейчас мы с вами находимся в городе Кутаеве. Старинное название этого города – Романов-Борисоглебск. Традиционный ежегодный фестиваль, посвященный гордости края, знаменитой породе романовских овец, проводится на романовской стороне. Я вас туда и приглашаю. Путешествие на романовскую сторону начинается с переправы. Есть два способа переправиться за Волгу. Паром и лодки. Стоимость одинаковая – 45 рублей с человека. Мы выбрали лодки, потому что быстрее, с ветерком и весело. А тут телевизор другой, Витя. Душить нельзя, не заведешь. Газуй. Наше путешествие к Романовской овце. В этом году, в сравнении с прошлым, переправа была организована отлично, а паром сделал несколько бесплатных рейсов. Прибывающих пассажиров встречали две симпатичные овечки. И сопровождалось это приветственной речью и колокольным звоном. Людской поток разделялся. Кто-то сразу уходил в город по новой красивой лестнице, а кто-то сворачивал на грузовой спуск, чтобы увидеть представление, которое организовали работники культуры. Конечно же, мы тоже туда отправились. А он не встречается у колодца не. И хожу я по такому поводу.
принес, куры по бокам. И пошли мы поводу, 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 по такому поводу забыли, друзья. И пошли мы поводу, 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 по такому поводу забыли, друзья. А на итальянском мостике гостей фестиваля встречали веселые свахи. И тут же можно было отхватить себе жениха по вкусу. Кто зачем идет на праздник, но заполните на век! Если ты попался свахе, ты счастливый человек! Как по нашей стороне ехал парень на коне, 30 лет резвился, а потом женился! Нет! Мы лучше поедим, да на праздник поглядим! Мы уже наугощались шашлыком и курой гриль! Не сплясать ли нам, ребята, холостяцкую кадриль? Нет! Мы засахарились ватой, подавились шашлыком. Не жениться нам, ребята! Я женился! Но на ком? Вон, мадам, и в шляпках разных! Ты счастливый человек! Вот попали, так попали! Я немного не готов. Караул! Сейчас устроят распродажу женихов! Поглядите вот сюда, дорогие господа! Что за парень? Просто ах! Интеллект сплошной в глазах! Сколько можем предложить? Цену можно обсудить. 100 рублей. Наш красавец, как их поискать? Главное, за руку крепко держать. Он ради вас горы свернет. По вашей воле реки вспять повернет. Забирайте, смотрите, какой красивый. А какая рубаха. Кто смелый? Жених, давно заглядели. Я желаю. Первая пара готова. Вот красавец, так красавец. Раскурял, не словно клён. Только кушаю я много и играю в телефон. Он, конечно, парень глад, но немножечко женат. А вот этот стройный самый и румянец, как заря. Жаль, несовершеннолетний, не расписывать зазря. Сколько в нем ума и сил! А Иванушку я не отдам никому! Такая скотищика нужна самому! Глянь на Сашу! И улыбка, как у принца, и приехали на конях. Белый конь и принц прекрасный, забирайте, кто несчастный. Наш парнишка силен, умен, смел, отважен, боен, бесстрашен. Я уже кипю от злости, все давно
готовы гости? Осчастливьте жеребицу! Мне что ж, давно пора жениться! Всех праздником поздравляем! На наш спектакль! А после радушного приема на итальянском мосту все отправились к кинотеатру «Экран», чтобы посмотреть театрализованное представление. «Славим город», «Лейся песня о романовской овце», «О бараночке», «О луке» и, конечно же, «Гвозде». Эта романовская овечка действительно красавица. Песня о романовской овце, о бараночке, о луке и, конечно же, гвозде. Снова в Романове мы встречаем гостей, районы, конечно же, и других областей. Заботы и дела, к нам на праздник по дорожке вас дорожка привела. Позабудьте все заботы, брось тоску, печаль. Здесь на нашем празднике мы не заставим вас скучать. В день овцы нас пробуждает творческий ажиотаж. Ой, глядите! Появился самый главный персонаж. Это же с какого она... А? Откуда она такая? Наша, наша. Без тревог, ни сна, ни дня снизилось поголовье. Вот отчего. Вот и боюсь я, как огня, нашего нездоровья. А тут еще вдруг пришла с враньем из зарубежья дама. Кто такая? Сразу поняла у нее, нет ума, ни грамма. Русской души не растоптать, пару словец горячих. Правильно, надо ее послать. Я ей успела прошептать, но не смогла и на... Молодец какая! Вот чувствуется наша русская. Ой, какие каблучки она тут. Thank you.
министр, не разводи руками. Что же упадок так скор, так быстро? Ведь сердце у нас не камень. Тем, что имеешь, дорожить надо, не злясь, не плача. Только в России буду жить, я не могу иначе. Ой, молодец! Правильно, только в России будем жить, мы не можем иначе. Ой, от всех недуг мы покупаем что с вами? Конечно, встречаем наш бренд «Романовский лук». Встречайте лук Романов, лук жену его Лукевич. Лук вам пропоем, многое узнаете, ведь уж больше сотни лет лук предпочитаете, лук предпочитаете, лук предпочитаете, лук предпочитаете. Граб Романов, уважаете? Не нужен нам зеленый лук, петрушка и морковка, а нужен только красный лук, он веселит от всех недуг, он веселит от всех недуг, он веселит. Он всей России лучший друг. Он прекрасный шляпный ром с малахитовым пером. Ни с какой другой страны, сын романовской земли, сын романовской земли, сын романовской земли, сын романовской земли. Всем гостям мы привезли. От Москвы до Петербурга, до Одессы, за Байкал. Не найти такого луга, всю Россию проскакал. Много есть в Москве его портрет. Вся Россия его знает. Наш романовский бренд. Наш романовский бренд. Наш романовский бренд. Наш романовский бренд. Покорил он целый свет. Браво, браво нашему бренду романовскому бренду. Ну что ж, мы все местные знаем этот бренд. А вы... Заезжие гости, встречайте наш бренд «Романовский гвоздь». Ужин спокойно мне не дают, молотком все по шляпке бьют. Словно им кореш я и френ, забываю, что гвоздик бренд. Всякой фуагры, что лучше всякой этой картошки заморской, что, конечно, наша романовская баранка! Встречаем! Бекон с багетом. Там ерунда, ни круассан, ни шпрота в банку. Нет, нет. На завтрак выбирай всегда. Что? Ты к чаю с маслицем баранку. Про баранку и
ей пропиариться, помогать, чтоб здоровей немного стать. Пересмотри питание, график, и будет так легко послать фуагру с наггетсами нафиг. Оцени, дружок, мой нежный вкус, Россия. Продолжается здесь и сейчас. Вступление праздника так быстро прошло. Мы очень старались, чтоб оно вам зашло. Лукоси, бараночка и овечечка Ярочка — это гордость Тутаева, нашей марки бренды. Начинается он над Волгой великою после вечной воды. Дорогие друзья, овечка наша непростая, а по природе золотая, слывет в народе золотой не только телом, но и душой. И мы вместе с нашей романовской овечкой, вместе с вами, дорогие гости, продвигаемся к главной сцене нашего праздника, на открытие нашего фестиваля. На центральной площади организована выставка-ярмарка. А теперь отправляемся в парк. Здесь организованы спортивно-развлекательные программы как для детей, так и для взрослых.
Хочу отметить, что в этом году в связи с карантинными мерами живых овечек на празднике не было. Я тоже получила мастер-класс по метанию ножей. А теперь мы идем в гости к купцам попить чайку с вареньем и баранками. Где чайку попить можно? Да. Послушайте про чай. Идем попить чайку. А не хочу я чаю пить, не надо и заваривать. А рано замуж не пойду, не надо уговаривать. Ох, чай, 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 раздушистый чай. А что есть? Так, сейчас кипит чай. Берите пока баранку, варенье берите, бесплатное удовольствие. Большое спасибо организаторам. Варенье было очень вкусное. Когда в театре музыканты студии дежуры пернится, когда я вечером скучаю, и я хочу тебя просить, чтоб ты могла на чашку чая меня сегодня пригласить. И у тебя в гостях я замечаю, и в этом есть твоя вина, что выпивать
чая, я вдруг пью без вина, что выпивает чашку чая. Отправляемся на Кустодиевский бульвар. С бульвара открываются прекрасные панорамные виды на Волгу. Бульвар назван в честь художника Бориса Михайловича Кустодиева. Он побывал в Романове-Борисоглебске в начале 20 века прошлого столетия и написал здесь ряд своих работ: «Гуляние», «Гуляние на Волге», «Купальщицы». Здесь можно полюбоваться выставкой картин. А теперь идем смотреть театральное представление в исполнении провинциального театра. Наш господин Бальзаминов в исполнении Артема Ефимова со своей мечтой о том, чтобы стать генералом. Могу что-нибудь сделать, могу чувств лишиться. Здесь можно познакомиться с кузнечным делом и получить мастер-классы народных умельцев. Отчество, говорю, можно добавить буковку сюда. И по коже, и паковуем, и вообще... Пакуем? Пакуем, да, простите. Как получится. А, ну это да. Thank you.
Мы нагулялись и проголодались. Отправляемся подкрепиться. Столов было маловато, так что есть нам пришлось где попало. Приятного аппетита! И снова переправа. Теперь мы переправляемся через Волгу на пароме. В Тутаеве проводят не только праздник в честь романовской овечки, но еще есть и одноименный музей.